Повтори цвет! Всем привет! С вами Аня и Матвей. И сегодня у нас будет челлендж «Повтори цвет». Ребят, привет всем! Да, такой челлендж мы уже устраивали в Турции, но у нас там что-то со съемкой не очень получилось хорошо, там качество плохое. Поэтому мы сделаем еще раз такой интересный челлендж. Дети должны сейчас посмотреть на свои рисунки. Смотрим, запоминаем, показываем в камеру, какие рисунки. Показывайте рисунки. Да, вот такой желтый преобладает, и здесь такой серо-голубой какой-то, наверное. Задача детей закрыть эти рисунки вот таким образом и повторить цвет точь-в-точь. Кто больше попадет в цвет, у кого больше мы найдем совпадений, тот и выиграл. Если вы готовы, смотрите еще на рисунки свои. Если вы готовы, то мы начинаем. Аккуратность тоже приветствуется, потому что это будут оценивать зрители. Если вы выходите за контуры, то, естественно, будет просто некрасиво. Ой, я смотрю, у вас уже там дело продвигается. Я смотрю, у вас уже много вы разрисовали. Я думаю, что у меня здесь на тело ошибка. Да? У Матвея тоже он уже знает, где он ошибся. Но ничего страшного. Ничего страшного. Но это ведь всего лишь челлендж. Конечно, это же... мы все имеем право на ошибку. Ничего страшного то, что ты ошибся. Самое главное, что ты что-то делаешь, и у тебя получается. Мы потом посмотрим, кто ошибся, а кто не ошибся. И потом посмотрим, может быть, у Ани ошиблась, и ты ошибся, и у вас будет ничья. Ну, ты уже ошибся. Он перекрашивает. Ну ладно, ничего страшного. Пусть не получится перекрасить. Хорошо, пусть он делает так, как он считает нужным. Мы потом все посмотрим и проверим. I remember when I met you. You were walking in the rain. Образец, не спешите открывать. Сначала посмотрим на то, как, насколько вы, кто аккуратнее раскрасил, а потом откроем образец и будем сравнивать, кто сколько раз, да, сколько раз ошибся и кто попал прямо в точку. Да. Я пока не знаю, какие ошибки сейчас будем смотреть. Смотри, ну, Матвей, я тебе хочу сказать, что ты все лучше и лучше начинаешь рисовать, потому что у тебя... Ну, лошадка получилась очень хорошо. Немножко ты вот здесь вот поспешил. Где? Вот, вот здесь вот. Видишь, тут немножко залез. А так, в принципе, очень хорошо. Давай сравним. Ань, дай я посмотрю сначала. Кто у нас... Ребят, смотрите, кто у нас красивее раскрасил. Мне кажется, что одинаково красиво раскрасили. А теперь давайте сравнивать... Матвея с оригиналом. Матвейка, давай, покажи, где ошибки твои. Иди сюда. Не, ну не сюда иди, а вот отсюда, да. Вот ошибка. Синяя, ты тут зеленая сделал, да? Вот ошибка, вот ошибка, вот ошибка, вот ошибка. Глазки, потом ручки, где держать ручками, да, держаться ручками. И вот это вот, получается, раз, два... И какой, где еще? Красный хвост, все правильно. Вот. И глазик, да, три ошибки. Четыре. Раз, два, три, четыре. А, нет. Четыре ошибки. Ну, три ошибки, три цвета ты перепутал. Так, теперь Аню смотрим. Матвейка у нас три цвета перепутал. Теперь Аню смотрим. Где? Ну, смотри, Ань, у тебя это и это одного цвета. Должно быть. А у тебя разные цвета. Ты видишь, у тебя почему-то это синее, а это голубое, а это синее. Или это фиолетовое, а это синее. Ну, то есть, непонятно почему. Одного здесь цвета. Рыбка, мы договорились, да, у нас нет такого цвета, мы ее закрасили зеленью. Это не будет ошибкой считаться.
Желтые глаза. Ошибка. Не-не-не, мы желтый договорились. Должно быть. А, раз. Желтый глаз, да. Раз ошибка у тебя. Два. Два ошибка. Три ошибка. И брови у тебя, смотри. Ну, мы же договорились. Хорошо, нет такого цвета. Цвета. Тогда, Аня, это... 3-3. Я опять выиграла челлендж? Да, значит, у нас получается, Аня выиграла этот челлендж, потому что она сделала 3 ошибки, а Матвей 4. Что мы говорим нашим зрителям? Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Всем пока! Да, и до встречи в новых видео.